В этом выпуске мы расскажем о грядущих кадровых изменениях в Ивановском драматическом театре, заглянем в мастерскую к художнику Константину Васильеву, научим делать изделия из кожи и покажем вам уникальную форму для изготовления украшений времен Золотой Орды. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. В Ивановском областном драматическом театре грядут кадровые изменения. По нашей информации, очередной сезон театра откроет с новым художественным руководителем, режиссером Ириной Зубжицкой. В региональном департаменте культуры и туризма информацию о предстоящей смене руководства подтверждают, но вместе с тем в Ивановской драме считают преждевременным пока что-либо комментировать. В настоящее время труппа находится в отпуске. Ирина Зубжицкая ивановцам уже хорошо знакома. В 2005 году она возглавила Ивановский театр, и многие спектакли, поставленные тогда, до сих пор идут. «Очень простая история», «Самая капризная принцесса», «Сказка о царе Салтане». Особо запомнился ивановцам камерный спектакль «Про мою маму и про меня», который был поставлен как творческий эксперимент вне основной деятельности театра. В 2014 году Ирина Зубжицкая уже в качестве приглашенного режиссера поставила в Иванове детский спектакль «Малыш и Карлсон». Нынешний художественный руководитель Алексей Ларичев возглавил театр в 2014 году. За это время он осуществил на ивановской сцене ряд спорных, но полюбившихся публике постановок. Среди них «Мамаша Кураж» и «Лавина». А сотворившее чудо Алексея Ларичева попало в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». И еще одна новость, непосредственно связанная с миром театра. Завершилось обследование государственного театрального комплекса. На протяжении 8 месяцев специалисты тщательно изучали каждый сантиметр здания площадью 24 тысячи квадратных метров, брали пробы грунта, осматривали все видимые дефекты. Из областного бюджета на обследование выделили 3 миллиона 850 тысяч рублей. В целях обеспечения безопасности посетителей и сотрудников театра и ввиду имеющихся и промочек, и трещин на фасаде здания было принято решение проведения комплексного обследования. На протяжении последних лет осуществлялся мониторинг здания, но вот такого комплексного обследования не проводилось еще ни разу. Специалисты установили, здание пригодно для использования, но с ограничениями. В основном они касаются парковки, которая расположена с правой стороны от здания театрального комплекса, где располагаются рестораны, и ограничений по использованию сценической коробки Ивановского музыкального театра. Речь идет о тяжелом оборудовании, которое крепится на специальные балки, и вот введено ограничение, после ремонта мы это ограничение снимем. Уже разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов и выделены средства на первоочередные противопожарные мероприятия в размере 23 миллиона рублей. Начата работа по ремонту автоматической станции пожаротушения. Ремонт сценической коробки в музыкальном театре, к слову, тоже уже ведется, и обойдется он 800 тысяч рублей. Далее предстоит частично заменить кровлю и отремонтировать фундамент. Кроме того, специалисты рекомендовали провести дополнительное обследование, а в случае необходимости – замену коммуникаций. Протяженность тепловых сетей здания составляет ни много ни мало 6 километров. Еще 2 километра – это сети водоснабжения. Герой нашей программы, о котором сейчас пойдет речь, никогда не думал, что станет художником, мечтал быть моряком, но судьба распорядилась иначе. Константину Борисовичу Васильеву исполнилось 70, и большую часть жизни он посвятил искусству. График, живописец, педагог и просто хороший человек. В мастерскую Константина Васильева всегда людно. То и дело заходят в гости студенты и выпускники. Для него важно, чтобы его воспитанники продолжали заниматься искусством. Училище, группа, наши наставники – это была как вторая большая семья. И многие студенты, выпускники называют Константина Борисовича как вторым отцом. За его душу, за его терпение к нам, за его способность, за его открытость, за его талант. После художественного училища Ксения уже окончила магистратуру Политехнического института и теперь планирует попробовать себя в роли педагога, пойти по стопам своего учителя, который открыл мир искусства и заложил основу профессии. Счастлив я тем, что это работа с вариантом самоотдачи какой-то. Я им отдаю себя, они мне себя. Вот это взаимная любовь. И продолжение этой любви на многие годы с некоторыми. Вот это для меня ценно моей профессии педагога. Хотя я никогда не мечтал, честно говоря, педагогом быть. Константин Борисович старается научить студентам всему, что необходимо. Например, работать на фортном станке.
У меня лет 20, наверное. Да, купил я его за бешеные деньги. В те времена, когда ходили, в ходу были миллионы-то, 1,5 миллиона. Из Подольска я привез его. Начинается все с рисунка иглой на медной доске. Затем на нее наносят кислотоупорный грунт, и специальными растворами изображение вытравливают на поверхности доски. Затем наносят слой краски, который впоследствии необходимо тщательно снять с выступающих участков доски. Делать это тряпкой не рекомендуется. Ее применение может сказаться на конечном результате. А теперь никуда не деться, только руками. И только после этого наступает самый ответственный момент – процесс изготовления оттиска на станке. Отвлекаться и делать перерывы в работе нельзя. Сукно на тяге. И смотрим, что же там получилось. Самое интересное вот под доской будет, под бумажкой. К слову, на таком станке раньше печатали деньги. Каждый полученный оттиск уникальный и считается авторским. Хотя с медной доски можно сделать 1000 оттисков без ущерба для качества. Это один редкий преподаватель, который может научить студента-художника всему абсолютно. Он их учит материалу, работу материала. То есть не просто рисовать, не просто черкать, а вот печатать, то есть делать афорт, гравюру, другие виды печати, их довольно много существует. Это совершенно другой уровень. Это уже на порядок выше просто рисунка. Это во-первых. Потом он владеет, в общем-то, всем тем, что связано с изображением. И, конечно, тут и личные знания истории искусств, теории ее, да, и практики, которые окружают, он может студентам предложить колоссальную развертку образцов и все их оценить. Не говоря о том, что он со шрифтом работает и так далее. Он ругает своих выпускников, а вот они выпускаются, это одни из самых лучших произведений искусства. Некоторые просто вот делают книгу, да, ее хочется иметь у себя дома. Это делает 20-летний человек. Не то чтобы с его помощью, он научил их быть такими. А еще Константин Борисович пишет хорошие стихи, и выпускники к юбилею преподнесли ему подарок. Всегда, когда мы приходили в его мастерскую, он открывал большой такой целлофановый пакет, и там были отдельные такие листы, где-то вручную написаны, некоторые набранные. И он нам зачитывал свои произведения стихотворные. Вот. И мы собрались с выпускниками и выпустили книгу стихов, первую для Константина Борисовича, «Вне времени и места». Стихи Константин Борисович сочиняет время от времени, по случаю, например, к дню рождения или юбилею. Нередко в стихах он рассказывает о своем творчестве. Толчок, еще толчок. В ладонях млеет глина. День радостный и длинный. Оформился в горшок. Мастер признается, глину в руки не брал давно. Сейчас его полностью увлекла живопись. Вот эти 70-сантиметровой высотой горшки мало кто умеет. В Иване это и не знаю, кто сумеет ли. Я из принципа крутил такой высоты. Теперешние гончары нет. Тяжело? Тяжело, да. Не, ну тяжело, не тяжело, но нужна умение, сноровка. Вот самое главное – центровать заготовку на кругу, чтобы потом не повело, не закрутило этот горшок при вытягивании наверх. На вопрос, что больше всего нравится в творчестве, Константин Борисович смеется. Говорит, что всеядный, хотя по образованию он книжный график, живопись его привлекает не меньше. Сюжетная, натюрморты, пейзажи. Как только времени, на все хватает. В Ивановском музее камня есть экспонаты, которые относятся к эпохе Золотой Орды. Один из них наиболее примечателен. Это форма для отливки женских украшений. Все экспонаты времен Золотой Орды в музее камня появились, конечно же, по итогам экспедиции в Астраханскую область, на городище Селитренное, где в 13-15 веках стояла столица Золотой Орды, город Сарай-Бату. Его основал внук Чингисхана Батый. Для 13-14 века это был просто огромный, красивый, можно даже назвать мегаполис, где проходила активная бурная торговля, были
большие ремесленные кварталы, в которых жили не только монголы и татары, потому что, наверное, как бы ассоциация татаро-монгольская, да? Вот, а там жили и итальянцы, там жили и греки, там, естественно, жили и русские мастера. И в каждом ремесленном квартале кто-то занимался чем своим. Там был, например, квартал ювелиров, квартал гончаров, квартал тех, которые выпускали те же самые поливную керамику. Город был очень богат. Уже в то время там была канализация, были общественные бани, были великолепные интересные парки, были даже общественные заведения питания. Да и масштабы Сарай-Бату впечатляли. Город протянулся на 10 километров, а количество жителей в период расцвета превышало 75 тысяч. Сейчас это степь с мозаикой холмов, которая хранит в себе настоящие сокровища. В этих местах ивановцам довелось побывать дважды – в 1990 и в 2013 году. Во время экспедиции был собран интересный материал, который иллюстрирует жизнь Золотой Орды в 13-14 веке. Взять ту же поливную керамику. Например, вот на такой тарелочке, мы можем предположить, пофантазировать, мог кушать как раз хан Батый, потому что тарелка и по украшению, и по декору весьма-весьма представительная. Хороший подъемный материал можно собрать даже на дороге, особенно после дождя и передвижения большегрузных машин. Самый интересный в коллекции экспонат – каменная формочка для литья, которым так гордится коллекционер Андрей Иванович Лопыкин. Лежал, что называется, под ногами. В основном каменные формочки для литья делали из такого камня, который называется пирофилитовый сланец, то есть сланец, который выдерживает довольно высокие температуры. Сама функциональная формочка работала каким образом? То есть у нас только, к сожалению, одна ее часть, здесь была другая створка, она соединялась таким образом. В эту горловину заливалась либо медь, либо бронза, либо серебро, и получалось вот такое вот интересное украшение. В данной ситуации это шестилепестковый такой цветок. Предположительно, эту формочку использовали для изготовления женских поясных или височных украшений, которые так любили золотоордынские девушки. Вот такая история. То есть там были такие мастера. Действительно, мастер на все руки. Так можно с уверенностью сказать про ивановца Анатолия Куковского-Романова, который одинаково хорошо работает и с медью, и с кожей. Ну что же, заглянем в его мастерскую. На самом деле мастерская у Анатолия – это отдельная комната в квартире. Именно здесь, за этим столом, на протяжении уже почти 10 лет мастер колдует над своими изделиями. В результате долгого, кропотливого труда получаются интересные украшения, сумки, ножны. А началось все с чехла для флешки. Флешка уже давно почила на века, а чехол еще жив. Вот. Ну и впоследствии также вот друзья начали замечать, то есть что-то такое интересное у меня там то на поясе, то какое-то изделие, вещь в чехле в интересном. Вот. Начали интересоваться, спрашивать вроде, а можно ли сделать, там, вот, а как долго, как дорого. Вот. Поначалу, конечно же, делал так-то чисто номинально, там, за пятак, за десяточку. Вот. Вот. Потом это уже начало перерастать в хобби, не хобби, наверное, уже в более серьезное занятие такое. Кожа в работе оказалась более простым материалом, чем, например, ткань. Ну и с ней, что называется, приходится попотеть. Любое изделие, как известно, начинается с идеи, а до воплощения могут пройти месяцы. Даже на изготовление небольшого брелка в технике пирографии потребуется несколько часов непрерывной работы. Это процесс выжигания, собственно, на коже за счет вот острого раскаленного инструмента. То есть раньше это либо на свече калили, металлический стержень, там, стил, так называемый. Вот сейчас, благодаря электричеству, можно использовать, собственно, различные электронагревательные приборы, ну, то есть, там, по принципу паяльника, которые работают. После прожига следуют не менее трудоемкие процессы – кройка, склейка, шивка и покрытие мастикой на базе воска и глицерина. Если речь идет про изготовление, например, кружек, то здесь все сложнее. Кожаная посуда, известная еще до нашей эры, требует особого подхода. Изделие либо жировалось очень сильно, то есть пропитывалось буквально в расплавленном жиру. Вот в нашей полосе, вот на Руси, в основном это вощение было. То есть топили воск и вываривали в воске изделия. Вот они получались очень легкие довольно-таки и не боялись, в принципе, никаких вот деформаций, там, трясок, в отличие от глиняной или деревянной посуды. Есть у мастера и такой симпатичный топор с клеймом 1878 год. Подарок супруги Натальи на 8 марта. Супруга просто захотела. Вот, то есть просто захотела сеять топор. Вот, нашла железяку, вот пришлось делать.
Вот, соответственно, топорище мне помогал друг обтесать, то есть было куплено обычное буковое топорище в магазине, вот, выглядящее не очень эстетично, вот, это все вот, обшкуривалось, обрезалось, обтясывалось, вот, пропитывалось, доводилось, скажем так, до нормального вида. Вот. Ну и, собственно, сам чехол, кожа, то есть такая вот интересная вещь, поясная шлевка, вот, и хитрый такой запор-застежка, то есть быстросъем. Вот, и защита самого топора, то есть не всегда попадает, ну, получается попасть в цель, то есть чтобы обух, чтобы топорище не портить, вот, из чепрака сделал оплетку. У современных мастеров то и дело возникает соблазн прибегнуть к новым технологиям. Например, использовать лазерный раскроечный станок, а не делать пирографию вручную. Я вот больше придерживаюсь все-таки старых технологий, но при этом не забываю и новые, потому что как бы, ну, оно более эффективно получается. Некоторые изделия они получаются более качественные, более красивые. Вот, опять-таки, повторяемость высокая. Вот, в плане, если машинный раскрой брать или машинную гравировку. Вот. Но они теряют индивидуальность, потому что когда наносишь какой-то орнамент от руки, вот, там так или иначе, здесь рука дрогнула, здесь чуть-чуть недоступнула. Такие вот маленькие огрехи, они дают вот именно неповторимую, вот эту вот неповторимость изделия. То есть изделие, оно как бы становится уникальным, действительно. А еще неповторимость изделиям Анатолия придает эксклюзивная медная фурнитура. Работу с металлом пришлось освоить в качестве дополнения. Тем более, что медь – идеальный материал для работы в условиях домашней мастерской. На этом все. Очередной выпуск программы «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. До новых встреч!